Здравствуйте, меня зовут Артем, я инструктор центра доктора Бубновского, я главный эксперт и тренер по аэрогимнастике в нашем центре. Аэрогимнастика – это такая группа, где прорабатываются все наши суставчики, мышцы от больших до малых, тазобедренные, голеностоп, коленные, плечи, локти, кисти. То есть хорошо прорабатываются и обеспечиваются кровоснабжением все наши суставчики. Связки на голеностопе, и сейчас с своим тренером Артемом занимаюсь реабилитацией. Все очень нравится, очень кропотливо, тщательно Артем подходит к тренировочному процессу, динамика положительная, все круто. Занятия аэрогимнастикой с точки реабилитации позволяют мне более активно двигаться, более активно вдыхать, выдыхать. В принципе, дыхание нормализуется, давление нормализуется, пульс тоже. В организме ускоряется обмен веществ, кровообращение улучшается намного лучше. Да и, в принципе, укрепляет тело, суставы и все мышцы, которые у нас есть.